Hello, друзья, с вами StivPro, и сегодня я покажу вам карту CS LEGO для Майнкрафта Pocket Edition. Пусть данная карта в вашем Майнкрафте появляется, настоящая карта из CS GO или CS Source. Ну, если кто-то не знает, то это уже вторая версия карты, и здесь я исправил некоторые баги, а также добавил вот такие лестницы, которые были в оригинальной карте CS LEGO. Поиграв несколько дней назад, я понял, что на этой карте не хватает вот этих самих лестниц, после чего я сразу добавил их на эту карту. А также у спецназа там в сундуке я добавил АВП. Если кто играл, то вы видели, что АВП там не хватало. Если кто-то первый раз видит этот обзор, то я напомню, что АВП стреляет всего лишь не бесконечными стрелами, в то время как АК-47 стреляет совершенно бесконечными стрелами, и перезарядка ей не нужна. Тот же самый принцип действует, друзья, из МКУ спецназа. Так, это у нас АВП. Так, подождите. Так, где же? Так, друзья, подождите. Ладно. Так, и давайте побежали вот туда. Так. Вот МК, друзья, как видите. И она стреляет так же, как АК-47. То есть бесконечными стрелами. Но такой фикс моей карты, можно сказать, вышло сегодня, вы можете скачать, перейдя в описании. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.